Собрал оптику, сразу поставил лампу. Теперь иду, устанавливаю на автомобиль. Теперь наживляю остальные три болта и закручиваю. Фару закрутил, прикрутил. Теперь устанавливаю вот эту рамочку сюда под регулировочные винты прорези. Ну, отрегулировать свет уже потом отрегулируем, когда все подключим. Ставлю вторую фару. Установил я и вторую фару. И теперь вот так вот смотрится. Решетки пока нету. Но оптика уже есть. Проводки нету. Подошло время поставить автомобиль на колеса. Конечно, еще много чего нужно делать. А так сейчас опущу его со стапелей на колеса. Диски еще буду переделывать, покрасили краской, а она вздувается, поэтому буду пескоструить и перекрашивать уже порошковой краской. Гайки новые. Ну и также ставлю передние колеса.
Все. Стоит на колесах. Красавец. Пришли бритпартовские сиденья. Сейчас установлю задние, а потом уже буду передние устанавливать. Сиденья. Я вот здесь смотрел. Под номером 320-737 идет инструкция по установке. Идет комплект крепежа. Это все для установки надо. Нижняя часть, подушка нижняя и спинка. Вот эти крючки надо прикрутить вот сюда. С обоих сторон их прикручивали. Крючки прикрутил. И теперь вот к этой нижней части приклепываю ремешок. Здесь вот должен быть ремешок. Все, ремень приклепал. Для чего он у нас? У нас нижняя сидушка приподнимается и защелкивается сверху. Ну а теперь можно идти устанавливать. Здесь есть сверху прорези с двух сторон прямоугольные для установки.
заводим в эти прорези крючки. И снизу крепим болтами. Вот эти нижние части с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны. Закрутил я спинку, вернее прикрутил. Ставлю вот эту нижнюю часть. С двух сторон болты вовнутрь одевая. И прикручиваю, но не затягиваю, потому что она должна двигаться. Защелкивается. Ложится подушка и веревочками привязывается здесь сзади. Сюда простоты. Да невозможной простоты. А так сказать. Простые обычные лавочки, но новые. Ставлю со второй стороны. Со второй стороны я тоже установил. Вот так теперь выглядят скамейки, лавочки. Ну а теперь можно добираться и устанавливать спереди. Но также хочу еще запаску здесь поставить. Не могу найти, где резьба. Шпилька. Отдавал на покраску, и он ее с покраски не отдал. Зачем он ее снимал, непонятно. Ладно, буду искать.